Всем привет! В Одессе идет дождь, давно не виделись, все это я знаю. Начнем раскачку с автомобильной тематики, потому что пока я жду все эти свои астроштуки из Минска, можно уже посидеть и выйти еще 3 раза на пенсию. Ну, короче, ладно. Так, сейчас идет дождик, как я сказал, и поэтому работу какую-то будем делать легкую. Автомобильная тематика, машина Kia Magentis, 2007 год. 2 литра автомат, бензин. Понакупил себе текущих, для текущего обслуживания всяких цацек-пецек. Резину поменял от скуки. Вот, но сегодня, наверное, снимем один эпизод с вами, чтобы не растягивать. Замена фильтра салона. Воздушного. Это свечи. Ну, вот здесь я всегда беру. Никавто. Это по Одессе. Уже много лет, это мой приятель хороший, хозяин этого всего дела. И никогда с запчастями у меня с ним не было недоразумений, поэтому кому надо, обращайтесь. Так, свечи, фильтр масляный, фильтр воздушный салона, фильтр воздушный этого, как его скажите, ну, двигателя. Все это распаковываем. Да, вот кабин фильтр. Я не брал угольный, потому что я очень богатый. Вот. И у нас будет еще с вами какая-то серия. Правда, я это никогда не делал сам, но сделаю. Это замена ремня клинового навесного оборудования. Там помпы, которые обслуживают генераторы, помпы, ну, колодки тормозные. И сделаем еще тест вот этой вот, дали присадку, типа, чтобы заткнулись стоп-шум гидрокомпенсаторов. По иронии судьбы, у меня нет гидрокомпенсаторов. Но я снял двигатель, как он работает, вот сейчас, как перед заменой масла, на горячую микрофон поставил. И потом, когда добавлю эту историю, тоже послушаем. Ладно, давайте переходим к замене фильтра салона. Так, открываем наш бардачок. У меня вид, конечно, воздушный. Главное, чтобы он подошел, чтобы не было... Да, это вроде бы похоже оно. Угольный, не угольный. Почему не угольный? Ну, потому что первое — деньги, второе — особого смысла я не вижу в этом всем, сколько я их пробовал. Значит, здесь у нас есть с вами такой фиксатор с правой стороны. Вот этот фиксатор, я его пальцем показываю. Вы у себя находите. Рукой просто отрываете, ну, снимаете защелочку. Вот у нас с вами. Затем отбросили вот эти стенки бардачка внутрь. Сжимаем и открываем крышку до конца. Просто она выходит тут из своих защелок. Ну, это сам, господи. Вот она, одна. И вторая. Все. В общем, тут не бойтесь. Ну, понятно, что все высыпается. Можете предварительно это все выбирать. Я это не делаю. Там бардачок, от слова бардак. Вот помощник пришел. Вы его там не видите? Вот он идет. Это помощник мой. Сутки был дома. Опять суток. Неизвестно где. Так, ладно. Значит, смотрите. Вот наша рамка. Покачаю вас чуть-чуть, потому что здесь по-другому не залезешь. Это рамка воздушного фильтра. Ну, кто первый раз, может быть, боится лезть. Вот здесь 2 таких усика. С этой стороны и с этой. В чем нюанс? У меня, например, когда я был маленьким, отдавал ее на СТО, был приличным, то падлы обломили мне эти усики, причем это очень часто происходит, пришлось покупать рамку. Рамка не дешевая, ну, куда фильтр вставляется. Поэтому что делать, когда вы открываете, а у вас этих усиков уже нету? Сейчас, когда мы достанем эту коробочку, я вам покажу, как они устроены, и объясню, куда тут отверткой пихать, потому что тут не так все просто, как может показаться. Я не знаю, как там вам будет видно, но
Вы уж продоньте, потому что... Подот. Так, вот мы выжили два этих самых, и легко рамка выходит. Вот наш фильтр ужасный. Ну все, дальше уже все просто. Мы просто достаем старый, ну и, естественно, вставляем новый. И вот теперь наши усики поподробнее. Когда они обламываются, то, что я вам сказал, что покажу, когда выну. Почему, вы сейчас поймете. Здесь у нас вот маленькие такие крючочки. С этой стороны, соответственно, с этой. Ну, это низ, это верх у меня сейчас. Когда мы с вами сжимаем нормальные рамки, вот эти усики, у нас крючочки выходят из зацепления, ну и рамка выдвигается. Когда обламываются вот эти вот пыптики, уступчики, кстати, их есть два вида рамок, есть вот эти вот с ребрышками я взял, они как усиливают вот эти вот, куда мы нажимаем, а есть просто с тоненькими такими хренями, вот они обламываются очень быстро. Вот, так когда мы начинаем, вот вы открываете, вдруг там обломано, многие потому и едут, типа дают другу потрахаться с этим всем историей, поменять фильтр, то надо соображать, куда давить. Потому что если у вас, вы не понимаете конструкцию, то понятно, что давить можно, как правило, засовывать сюда отвертку, начинают ее выламывать, и тем самым не освобождают рамку, а еще больше ее зажимают, таким вот вниз идут. Да? А по идее, когда она обломана, чтобы ее вот без этих достать, вот здесь есть, получается, вот такой вот изгиб. Нужно доломать его, либо прожечь отверткой вот сюда вот. Вставляется отвертка, жало отвертки, чтобы здесь был проход у нас. Либо наискосок вот с этой стороны берется, потому что отсюда вы не возьмете, здесь стенки бардачка вам будут мешать. Вот, засовывается сюда отверточка. И эта отверточка, правильно, как рычажком, мы начинаем давить это все вниз. Таким образом поднимаем эту историю наверх. И освобождаем. Соответственно, здесь то же самое. Вот это важно, когда, ну... Ты увидел уже, как оно обломано, но не знаешь, какова здесь конструкция. Это начинаются сношения жуткие. Ну, чтобы их не было, я для этого снял этот ролик. Ну, дальше все очень просто. Мы вставляем с вами наш фильтр. Кто хочет, дуйте туда всякими пылесосами, чистите. Кто такой пофигист, как я, собирайте, вставляйте и закончили. Носим нашу с вами Санта-Барбару под названием замена фильтра, воздушного фильтра Kia Magentis. Да, единственное, что когда мы с вами вставляем это все, тут есть момент тоже. Вот есть таких два усика. Вот раз усик, два усик. Ну, в самом коробе рамы. Вот он, второй. Поэтому многие начинают запихивать, их не замечают. Сначала заводим вот сюда вот, под эти усики. Потом опускаем. Тут все на ощупь приходится делать, но это не самое страшное. Все, вот и сказочки. Конец. А кто слушал, молодец. Все. Дальше вставляем наш рундучок. Просто вот так вот. И он уже никуда не девается у нас. И навешиваем наш зажимчик, который мы с вами благополучно отсоединяли. Все закрывается. И медленно открывается, тормозя. Ну и все свое засранство кидаем в бардачок. Всем пока, до новых встреч.